Мы апгрейдили скорость на самую лучшую эту. Акула, акула, убегаем! Воу, давай, 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 наверх, наверх, наверх. Или это была, ребятки, акула, которая нас бы не съела. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, ребятки! С вами, как всегда, Юра, и сегодня мы будем играть в Hungry Shark World. Давно уже мои подписчики просили, чтобы я поиграл именно в эту игру, так как она считается самой крутой по сравнению с другими играми про акулы. Так, ребятки, ну что ж, давайте, собственно, начнем играть и посмотрим, что нам нужно. Ешь, чтобы выжить. Ускорение движения. Понял. Ребятки, смысл игры заключается, я так понял, в том, что нам нужно, ребяточки, питаться. Чем больше, ребят, мы будем питаться различными, наверное, рыбками или еще чем-то, тем лучше для нас, и мы так сможем прожить, я думаю, намного дольше. Так, ребятки, ну что ж, я считаю, нужно поехать просто уже. Так, ну что ж, ребятки, давайте начнем. Вау! Тудух! Ого, что это? Откуда это я вывалился? Ребятки, вы это видели? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Да что это такое, ребятки, вы видели? А слышите, какая музыка? Ребятки, вот это я дал. Акула. О! А, ребятки, мы съели человека, вы представляете? А, мы его укусили, мы его не съели. О, все, теперь уже съели, ребятки. И наша голодная... Пузо уже не голодное, отлично. Что это такое? Что это за дудочка? Ого, съели кого-то, ребятки, мы съели с кругом кого-то. Кто-то отдыхал, на кругу плавал. Ой-ой-ой, покололся об рыбу, ай-яй-яй. Это рыба-колючка, надо убегать от нее, ребятки. Давайте сюда вниз. Ой-ой-ой, отлично, сундук с сокровищем, ребята. Я нашел ежедневный сундук, один из пяти. 500 монет в нем было. Ах ты, кусючка, вот мы так вот тебя сейчас съедим. Так, ребятки, жизнь. Танк на дне, ребята, на дне мы нашли танк. Огромный танк. Ну что ж, поплыли дальше, ребятки, но мы голодные. Нам нужно кушать, чтобы не голодать. Огромная черепаха. Наверное, я ее, ребятки, съесть не смогу по одной простой причине. Потому что она в 5 раз больше, чем я. Ребяточки, так, ну что ж, а вот акула другая. Ой-ой-ой, меня бомба ударила, и другая акула пыталась, ребятки, съесть. Вы это видели? Так, давайте хоть медузы будем хавать. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вот, давайте селедочку вот эту. Давайте хоть кого. Ой-ой-ой, нам током ударила медуза. Так, вот, ребятки, давайте будем на вот эту селедку, наверное. О, мы на нее надеялись. Так, рыба-колючка, давайте от нее убегать. Так, а что же мне нужно делать, ребятки? Что же мне нужно делать в этой игре? Ай-яй-яй. Вот это огромная бомба, которая... Разорвала, ребяточки, меня на части. Но у меня есть, ребяточки, немножко кристаллов, которые спасли мне жизнь. Так, ребятки, давайте поплывем, наверное, зайти куда? Куда-то-то, иди сюда, я тебя уже съем, эта рыбка. Ребятки, посмотрите, под водой лава. О, ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ребятки, а куда же нужно мне плыть вообще? Какое задание мне нужно делать? Наверное, просто кушай и не умри от голода, я так понимаю. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Так, давайте все ниже и ниже опускаться. Посмотрим, что здесь. Здесь для человека запрещено, а для акулы знак стоит dangerous. Опасно. Голод. Ребята, что здесь? А, я голодный, ребятки, я же могу. Меня акула съела. Ребята, на дне акулы. Вы видели, какие акулы здесь? Убегай, убегай, Юра, быстрее. Убегай, убегай, а то они съедят тебя. Сюда нам еще рано, ребятки. Конечно, мы забрели очень далеко. Но, тем не менее, ребят, вы видели? Вы это видели? Там реально опасно на дне. Давайте лучше наверх. О, крабик. Все, отлично. Уже не такие мы голодные. О, водолаз, ребятки. О, ням-ням-ням-ням, какой ты вкусный. Все, ребяточки, съели мы водолаза. О, ребятки, золотая лихорадка. Все превращается в золото. Вау. Вон птицы. Пеликан, пеликан, видите? Ого, ребяточки, вот это мы только что съели пеликана. Прикольно, да? Вау, второго пеликана съели. Отлично. Вот человек, ребятки, давайте человека съедим.
Давай. Ням-ням-ням-ням-ням. Отлично. Давай второго. Ай-яй, да что ж. О, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Круто. Круто. Отлично. Я считаю, ребятки, это просто супер. Ням-ням-ням-ням-ням. Ох, как вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ой-ой-ой, меня там кусает. Да кто ж ты такая будешь, а? Кусючка такая, а? Ой, нарвался я на бабах, ребятки, на большой бабах. Так, ребятки, наверное, мне предстоит заново, да, что ли? Так, ребятки, бонус за выживание нам дали. И мы апгрейдили свои жизни до нового уровня. Ого, ребятки, мы, оказывается, еще разблокированные новые питомцы, Дэйв и Снаффи. Ребятки, а ну-ка пошли, разблокированы какие-то акулы, мне говорят. А ну давайте, наверное, выберем их. Ого, сколько акул, ребята. Вот это сколько акул можно открыть, вы представляете? Вы себе представляете это? Так, продолжайте пожирать, чтобы получить доступ к новым акулам. А у меня доступа к этой акуле получить сейчас. Акула размера за 40, ребятки, она очень дорого пока стоит. Эта акула. И это тоже акула очень дорого стоит, ребятки. Я считаю, что нам нужно вот получить сейчас, только мы будем пополнить, да? Да. Так, ну что ж, ребятки, давайте пока этой акулой будем плавать. Те пока нам недоступны. О, это мои друзья, ребятки. Дэйв и Снаффи. Которые, наверное, будут плавать рядом со мной. Но мы, ребятки, их возьмем в следующий раз, потому что у нас тоже не хватает монет. Давайте просто, наверное, возьмем продолжить игру. И начнем, ребяточки, плавать. О, ребята, тут, посмотри, в разных морях и в разных океанах мы здесь с вами можем плавать, ребяточки. Ну что ж, поехали. Я рекомендую, ребятки, приступать к игре. Вау! Отлично. Так, ребятки, мы что? Мы уже акула побольше, чем в прошлый раз. Давайте вот съедим чувачка. Отлично. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отлично. Ага, шарк, она кричит. Шарк, акула. Девочка из золота. Так, отлично, отлично. Ням-ням-ням-ням-ням. Так, ребятки, давайте поплывем, наверное, знаете, куда? Я считаю, что нам нужно поплыть куда-то, ребяточки. Вот сюда. Вот здесь музыка страшная уже, ребятки. Я чувствую, что сейчас что-то будет. Так, давайте крабика съедим. Давайте селедочку съедим. А, она нас укусила. Это щука. А мы сзади вот так вот подкрались и... Ага, ребятки. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Акула нас чуть не съела. Давайте черепашек хоть поедим. Чтобы хоть как-то, ребятки, скрасить свой голод. Так, ну что ж, неплохо. Так, ну что ж, ребят. Вроде поели немножко акулят. А, ребятки, она отравленная рыба. Укусил я отравленную рыбу. И что теперь делать? Вон человек, ребятки. Все, ребятки, у меня теперь жизнь немножко пополнилась. Отлично. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Супер. Просто супер, ребят. Задание выполнено, ребятки. Преодолейте путь в 1000 метров. И мы, ребятчики, преодолели, собственно, этот путь. Новый уровень. Выход из локации бассейн. Ого, ребят, вы видели, какие огромные черепахи были? Наверное, очень сильно кусаются они. Наверное, очень сильно кусаются. Очень. Ну что ж, давайте воздуха. О, ребята, мы на новой локации. Посмотрите, где мы выплыли с вами. Иди сюда, дорогой. Отлично, съели. Отлично, отлично, отлично. Какие вы все вкусные. О, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Она убегает ко мне в воду. А она забыла, что вода это стихия. Морская стихия. Вода это мое все. Отлично, отлично, ребятки. Отлично. Просто супер. Так, я рекомендую, ребятки, наверное, опуститься немножко на дно и начать дальше преодолевать путь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребяточки, я взорвался. Давайте все-таки, наверное, спасемся и продолжим нашу игру, потому что... Давай, плыви, плыви, а то кусают другие рыбы-то нас.
О, вот, ребятки, рыбки какие-то вкусные. Ням-ням-ням-ням-ням. Ой, там токсические отходы. Ребята, опять меня разорвало. Так, ребятки, ну что ж, у нас не хватает, собственно, этих штук, которые нам могут спасти жизнь. Но мы, ребяточки, не сдаемся. Не сдаемся. Отличненько. И продолжаем, ребяточки, дальше. Так, ну что ж, ребяточки, поехали. Погнали дальше. Посмотрим, что у нас. Так, скорость, ребятки, увеличить. Давайте увеличим скорость. Отлично. Давайте укус увеличим и ускорение. Ну, ребятки, мы апгрейдим сейчас акулу по полной программе. Отлично, ребят, мы на максимальной апгрейдили акулу. Теперь давайте, ребяточки, посмотрим, собственно. Осталось до открытия, до открытия, все, ребяточки. Погнали, 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 ребята. Мы на полную апгрейдили нашу акулу. И мы сейчас посмотрим, собственно, как она сможет вообще кусаться. Вау! Так, ну что ж, пеликан, пеликан. Ого, ребятки, вот это мы можем, ребятки, с вами плавать. А скорость какая у нас? Какая у нас скорость, ребятки? Мы апгрейдили скорость на самую лучшую эту. Акула, акула, убегаем! Воу, давай, 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 наверх, наверх, наверх. Или это была, ребятки, акула, которая нас бы не съела? Ого, ребятки, это мы на остров заплыли, на там, где люди, видите, купаются. Здесь очень много людей, ребятки. Давайте лучше людей посторонимся и будем плавать здесь вот. Может что-то... О, ребята, посмотрите. Со времен войны остался танк на дне океана. Наверное, немецкий. Так, поплыли дальше, ребятки. А что это? Вот она, вот эта злая акула. Вот она нас ест. Ай-яй-яй-яй-яй, ребятки. Она нас чуть не съела. Она нас чуть реально не съела. Все, ребяточки, мы ее, наверное, только что проглотили. Так, отлично, жизни у нас пока есть. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, отлично, как же вкусно, ребятки. А вот она, вот эта злая акула. Нет, ребятки, мы ее еще пока даже не можем укусить. У нас еще челюсти не выросли, чтобы так кусать сильно. Вот эти рыбёхи, ребята, я же говорил, вот они. Ай-яй-яй, ням-ням-ням-ням-ням. Так, поплыли дальше, ребятки, сражаться с другими хищниками. Вот, огромная черепаха. Ой, бомба, ребятки, ударила меня. И у меня уже жизни просто на минимуме. Надо быстрее, ребятки, поесть. О, внизу корабль, пишет мне, ребятки. Внизу сокровища. Требуется акула. Ребятки, я умер от голода, ребята. Так, ребятки, спасти меня одна монетка. Что мы, в принципе, и сделаем. И теперь с вами мы, наверное, поплывем вниз. Там показывали, что тут где-то затопленный корабль. О, вот он, ребята. Вот этот старый корабль, ребята, я нашел его. Старый корабль пиратов, вот он, ребяточки, вот это старый корабль, вот это мы здесь плаваем. Так, ребяточки, ну что ж, нас уже не хватает, собственно, жизней, так что этот уровень мы уже дошли с вами до конца. Так, ну что ж, дорогие друзья, наверное, мы будем с вами заканчивать на этой нотке. А с вами был, как всегда, Юра, ребятки, мы сегодня играли в Hungry Shark World. Так что, ребятки, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и, ребятки, комментируйте мои видео. До скорых встреч, ребята!